делаем цветы в шаре Bubbles. Для этого нам потребуется гипсофила, основа шарик Bubbles, два на случай, если лопнут, перья, которые пойдут внутрь, специальный шарик, который мы все это перевязываем, тейп-ленты, которые мы будем фиксировать гипсофилу, и розетка на палочке. Из оборудования мы будем использовать шумелку, которая не работает. Через эту дырку вставляем гипсофилу. Thank you.
европейском. А? В европейском. Мне Антон доказал, что это европейский. Корейский как-то по-другому. Только все корейцы делают по-европейски. Угу. Не стесняемся все фиксировать, потому что это все может развалиться. Ленточка есть? Нет. А цвет зеленый? Белый. Там иголка, блин. И букет в шаре за 15 минут готов. Отлично. Супер. Я сделала. Теперь кидай. Нет. Боюсь. Все нормально, все держится? Да. Огонь. Супер. Держится. Главное делать сверху упаковку, тогда она вот так вот будет. Да. Сверху розетки, да? Да. Угу. Все отлично, Кристинка, ты умница. Твоя разработка просто огонь. Молодец.